Друзья, всем привет! Со мной связались представители стабилизаторов напряжения Quant. И они хотят, чтобы я снял независимый обзор об их продукции. И вот они мне прислали стабилизатор напряжения. Но сначала я хочу снять вообще два слова о стабилизаторах напряжения. В большинстве случаев, когда люди покупают себе стабилизаторы напряжения, они ставят их, ну, очень редко, когда на всю квартиру, в основном это на какую-то единицу техники. Ну, как вы знаете, я газовщик и очень часто сталкиваюсь с газовыми котлами. Так вот, там постоянно ставят стабилизаторы напряжения релейного типа. Это самая дешевая позиция, они максимально быстро срабатывают. Однако стабилизация там далеко не такая, как эти стабилизаторы показывают на экранчике. На экранчике своих стабилизаторов маленьких, маломощных, там по полкиловатта, вы обычно видите вход, там какие-то скачки напряжения, а выход стабильно светится 220. Так вот, я вам скажу, вот это вот то, что светится 220, это просто у них там ничего другого светиться никогда в жизни и не будет. Потому что они запрограммированы показывать вам 220. Всегда в сети до стабилизатора и после стабилизатора идут скачки порядка 15 вольт. И в пределах 15 вольт, допустим, 221, 215, 230, это значение постоянно колеблется. Это я вам сегодня тоже покажу. Недавно я одного владельца газового котла, кстати, очень удивил, когда он увидел после стабилизатора, что у него напряжение скачет. Он говорит, я думал, оно у меня стабильно, у меня же стабилизатор напряжения стоит. А нифига. Чтобы сработал релейный стабилизатор напряжения, напряжение должно упасть порядка 15 вольт. На 15 вольт упало от заданного, к примеру, 220 должно быть. Оно упало на 205, тогда реле замкнуло контакт, хлоп, 220 вольт. Если еще на 15 вольт упало, к примеру, 90, 190 вольт, хлоп, еще одно реле сработало, оно опять подняло напряжение. И вот оно такими постоянными щелчками и работает. И вот эти вот щелчки вы всегда слышите в релейных стабилизаторах напряжения. А вот эти вот маленькие колебания там, порядка там, ну, в районе 15 вольт, которые обычно в сети происходят, эти релейные стабилизаторы напряжения вообще никак не выравнивают. Из-за этого очень часто у людей перегорают платы управления. А сегодня, друзья, я вам покажу инверторный стабилизатор напряжения. Инверторный стабилизатор имеет погрешность 0,5%, то есть в зависимости от выхода. То есть если мы должны иметь 220 вольт на выходе, то 0,5% от 220 вольт, это должно быть 221-219, то есть и напряжение не должно скакать более чем на 1 вольт, ну, по крайней мере, по инструкции, как они пишут. А так как у нас на обзоре сегодня будет стабилизатор напряжения инверторный, сейчас я вам расскажу, чем инверторные стабилизаторы лучше своих предыдущих, скажем так, предшественников, что ли, релейных, ну и электромеханических. Электромеханические стабилизаторы, ну я думаю, вы в курсе, там щетка работает по трансформатору, постоянно движется, он требуется в постоянном обслуживании, смазке, замене щеток и тому подобное. В релейных стабилизаторах напряжения тоже подгорают контакты этих релюшек, релюшки постоянно надо перепаивать, ну это тоже недолговечное вот это вот постоянное щелканье. А инверторные стабилизаторы напряжения работают на полупроводниковых элементах, которые связаны с микроконтроллером. Иначе говоря, это такая электрическая схема, которая у вас не будет ни щелкать, ни жужжать, то есть без всяких посторонних звуков. Это главное, наверное, преимущество для, как для пользователя, вот как для хозяйки чисто. Кроме того, они не требуют никакого обслуживания абсолютно. Вы их поставили и забыли. Ну, по крайней мере, так сейчас производители пишут. Просто все будет делаться электронной схемой. Кроме того, там на входе есть сетевые фильтра. И получается как? Напряжение сначала поступает на выпрямитель. То есть там идет двойное преобразование электрической энергии. После выпрямителя оно поступает на инвертор. Инвертор как бы обратно, то есть выпрямитель выпрямляет переменное напряжение в постоянное. Затем инвертор обратно из постоянного делает переменное. И таким образом ваше выходное напряжение никоим образом не зависит от входного, потому что оно дважды преобразовывается. И независимо от того, какой у вас вход, выход у вас будет всегда постоянный, такой, какой будет после выпрямителя и инвертора. Соответственно, как у вас решит на полупроводниковых элементах, какое напряжение выдаст микроконтроллер. То есть это все делается электронно, бесшумно, без обслуживания и максимально быстро и точно. Поэтому инверторные стабилизаторы напряжения, это, можно сказать, наше будущее. Сейчас это, конечно, очень дорогие стабилизаторы напряжения, и далеко не каждый может себе их позволить, однако это самые надежные и быстро реагирующие стабилизаторы. Поэтому, если вы человек, который можете позволить себе стабилизатор напряжения хороший, и вы хотите действительно защитить вашу технику, то лучше, конечно, выбрать инверторный стабилизатор напряжения. Стабилизатор напряжения выглядит вот так вот, чтобы вы понимали его размер.
вот моя рука, ну вот, то есть практически по локоть, то есть довольно-таки внушительных размеров. Но этот стабилизатор тянет 5,5 кВт, поэтому на такой стабилизатор, в принципе, можно сказать, повесить можно любую квартиру, среднестатистическую. Если у вас уже, конечно, частный дом и много кондиционера, то такой стабилизатор не потянет. Надо будет считать суммарную мощность, которую вы будете на него подключать. Но на сайте есть разные мощности этих стабилизаторов, и вы можете подобрать себе необходимый такой, какой вам подойдет. Значит, ребят, что мне сразу не понравилось, здесь идет одна заглушечка, здесь идет вторая заглушечка, как бы, ну и ладно, заглушечки, да и заглушечки, но что здесь неудобно? Розетка еще ладно, открутили, подключились без проблем, а вот подключение для монтажника очень неудобное, потому что болты находятся вот там вот, и чтобы к ним добраться, ну надо так довольно-таки поиграться. Ну, в общем, это, честно говоря, очень неудобно, как для монтажника. Ну, а так как это у нас подключается, в принципе, один раз, провод вообще можно завести вот здесь вот снизу, в принципе, и провод вы даже не будете видеть, его со стены просто вывести в стабилизатор, и он будет, в принципе, невидим, и здесь будет у вас стоять заглушечка такая. Поэтому для монтажника здесь немножечко, конечно, неудобно сделано, но, в принципе, это мелочь, это такой минус, на который можно закрыть глаза и не париться. Так вот, значит, подключил я стабилизатор напряжения. 0 у нас синий провод, коричневый провод это фаза. Вот это я его воткнул в розетку. Второй провод это софтбокс, который мне помогает тут вам все показывать. И сейчас мы будем с вами включать стабилизатор напряжения и смотреть, что же он нам с вами вообще способен выровнять. Значит, включаем стабилизатор напряжения. Вот он заводится, и у него есть некоторая задержка 6 секунд, это он в миллисекундах считает, на включение. Через 6 секунд идет питание на розетку. Вот, все. Сейчас он показывает, что 0 кВт подключено, то есть и вход 224, выход 220. Сейчас посмотрим, правда, неправда. Вот у нас до стабилизатора 224-223 вольта. Смотрим еще раз, но это без нагрузки. Теперь смотрим после стабилизатора. 220-224. Ну, плюс-минус то же самое, в принципе, в спокойном состоянии без нагрузки. Так что, ну, такие легкие помехи все-таки он не выравнивает. Но сейчас мы будем проверять его с нагрузкой. Смотрите, друзья, у меня есть сейчас два типа нагрузки. Чайник будем подключать и утюг. Значит, смотрим нагрузка. Ну вот здесь на чайнике пишется 2400 ватт, то есть это 2,4 киловатта. А здесь вот по характеристикам мы видим от 2 до 2,4 киловатта. Не знаю, видно ли там на камеру. Ну короче, от 2 до 2,4 киловатта. Мы будем подключать его и будем подключать чайник 2,4 киловатта. Тоже 2,4 киловатта. Наверное, на одном китайском заводе производили. Сейчас, друзья, мы будем подключать чайник и утюг и проверять напряжение до и напряжение после. Включаем чайник, внимание. Сейчас, подожди. Хоп. 2 киловатта чайник. Включаем второй прибор. 3,8 киловатта получается у нас в сумме потребления. Смотрим выход. Снимаю вот это. Так, выход 220 вольт, 219 стабильно с нагрузкой. Смотрим вход перед стабилизатором. Вход перед стабилизатором, вот уже пошла просадка. 9, 8, 13, 10. То есть, еще раз смотрим выход стабилизатора. Выход 219 четко держит. При этом нагрузка 3,8 киловатта. Так что, в принципе, мы видим, что 3 киловатта, ну, 4 даже киловатта он тянет хорошо, хотя он рассчитан на 5,5. 3,7, 3,8. Вот это вот только что отключился, утюг нагрелся. И продолжает работать чайник. Так, смотрим еще раз напряжение после. Напряжение после 220 у нас показывает. Вот четко, с одним чайником вообще держит идеально. И смотрим напряжение до. Напряжение до 218-19 скачет вообще как сумасшедшее. Так, еще раз смотрим после. А после четко 19-20.
То есть вывод: при нагрузке включенной стабилизатор работает просто идеально. Ну что, ребята, в том, что он у нас тянет чайник и утюг, мы уже убедились. 3,8 кВт он легко тянет при загрузке на 70%, но я решил его грузануть по полной, грузить так грузить. И я решил добавить еще и пылесос. Пылесос у нас имеет мощность 1,6-1,8 пиковая. То есть сейчас мы ему подключим еще практически 2 кВт, то есть это будет уже приблизительно 5,8 кВт. И посмотрим сейчас, потянет он или не потянет. Сейчас будем приступать к эксперименту. Ну что, друзья, сначала я буду включать чайник, затем пылесос и только потом утюг. Утюг в последнюю очередь, потому что он очень быстро нагревается. Поэтому, естественно, в момент включения пылесоса вы меня уже не услышите и будете просто наблюдать за экраном. Вы увидите, что нагрузка будет увеличиваться. Значит, включаем чайник. Бац, 2 кВт. Чайник начал греться. Далее я включаю пылесос и затем утюг. Смотрим. Пылесос. Ну что, друзья, вы видели, загрузка у нас была на 100%, но при этом все приборы работали. И он потянул, в принципе, и пылесос, и чайник, и утюг, и в принципе все работало. Загрузка была более 100%, но в принципе все равно наш товарищ инверторный стабилизатор с этим делом справился. Так что я думаю, что это довольно-таки неплохой результат, как для стабилизатора. Потому что многие китайцы сейчас, те же самые релейные, пишут, что у них, допустим, там 500 ватт мощность, реально вытягивают там ватт 250-300. Ну, этот я смотрю, что он свои, по крайней мере, 5 кВт тянет. Написано, что 5,5, но на 5 кВт мы уже увидели загрузку 100%. А сейчас, ребята, будем делать стабилизатору краш-тест. Сейчас я ему поменяю на входе фазу и ноль местами и посмотрим, отработает он это дело или не отработает. Ну что ж, погнали! Я пока что стабилизатор отключил и сейчас ему подам наоборот, то есть фазу вместо нуля и ноль вместо фазы, и посмотрим, что будет. Значит, включаем. Так. Ну, по крайней мере, питание я ему уже дал. Значит, я ему уже подал фазу и ноль. Местами пока что ничего не взорвалось у нас. Сейчас будем смотреть дальше. Но я его еще не воткнул. Я пока что ему дал на вход. Сейчас я воткну автомат и смотрим. Так, хорошо. Стартует. Запустился. Стабилизатор запустился. Так, хорошо. Сейчас мы тогда смотрим. Чтобы вы понимали, что я вас не дурю. Вот, смотрите, вот это у нас теперь фаза. Вот, видите? Фаза. Вот фаза. Смотрите. Вот. Видите, это у нас фаза. То есть фазу мы подали на 0. А здесь у нас, видите, где должен быть вхит, у нас 0 теперь. Здесь у нас фаза. Хорошо. То есть, если монтажник, получается, перепутал фазу и 0 местами, то ваш стабилизатор все равно не сгорит. Яковумна машинка. Ну, сейчас я включу хотя бы чайник, чтобы понимать, что стабилизатор все-таки сможет работать, если у него все перепутано. Опа, пошла нагрузка. Порядок. Выключаем чайник. Все, нагрузки нету. Ну, отлично. То есть, если вы фазу и ноль даже на входе перепутали в стабилизатор, все равно он это отработает. Так что это очень-очень хорошо. Ну, раз, друзья, я заварил чайник и нагрел утюг, пора идти гладить и запивать это дело чаем.
Как я уже проверил этот стабилизатор напряжения, в принципе, что на маленькой нагрузке, что на большой нагрузке, он довольно-таки неплохо напряжение выравнивает, как мы видели, на выходе там 221-222 вольта, но это, конечно, не 0,5% обещанных, но 1% отклонения от нормы, которая у нас составляет 220 вольт. Так что, в принципе, я считаю стабилизатор напряжения вещь довольно-таки хорошая и своих денег стоит. Так что, если ролик вам понравился, ставьте лайки и подписывайтесь на новые видео. Всем пока!